Всем привет! Это видео про то, как я хочу немножко подремонтировать вентилятор. То есть, как подремонтировать? Я его пытаюсь запустить, но он у меня где-то месяца полтора не работал. Вот, и начал подтупливать. Сейчас я вам покажу. То есть, я вот так включаю его в розетку. Видите, начинает крутить, вот крутит и не разгоняется. Я вот думаю, что это дело в смазке. Сейчас мы это дело попробуем исправить. Отдираем вот эту наклеечку. Оп. Здесь под наклейкой находится заглушка. Резиновая заглушка. Оп. А там под заглушкой, естественно, находится подшипник. И нам нужно будет сейчас его смазать. Для этого я набираю шприц чистого. Моторного масла, несколько капель. В данном случае я взял компрессорное. Не знаю почему. Наверное, потому что компрессоры работают более приближенно к вентиляторам. Вот видите, вот сейчас вот иголочка вот так раз. Туда вот. Загнал немножко масла. Сейчас мне его нужно приподнять. Вот так, чтобы он прошел. Ну-ка, попробую теперь включить. То, что сейчас не включалось, посмотрим. Так. Как бы не очень. Вот сейчас вот иголочкой попал больше туда, где шарики бегают, там подшипник. Ну, все, заработал. Сейчас еще маленько смажу. Все, вентилятор реанимировал. Будем считать. Не знаю, правда, надолго или нет, потому что ну, вот он и шум пропал. Видите, заработал. Теперь заклею на место. А, на место. Вставлю назад эту вот резиновую заглушку. Думаю, может быть, туда. Нет, крутится хорошо. Может быть, вот так еще раз. И добавил еще маслица. Кто-то меня сейчас будет критиковать. 100% что-то я не так сделал. Но, если честно, делаю просто то, что подсказывает логика. Считаю, что так должно работать. Вентилятор на 220-240, 50 Гц, 0,14 ампер. Он мне необходим для того, чтобы просушивать в зимний период или в любой другой период автомобиль свой. Я ее сейчас вытащил, а вот здесь, вот как я не боролся, скапливается все равно влага. Может быть, конденсат или еще что-то. И вот сейчас машина у меня находится в гараже. Я ее ставлю просто. Таким образом. Вот.
что-то здесь подкладываю. Ну, например, вот эти вот. Все. На несколько часов, там, ну пусть на 3-4-5 часов воздух, он проникнет везде. И обязательно просушит мне автомобиль. Вот такие вот дела. Вроде бы простое приспособление, а вот так вот помогает.